Здравствуйте, меня зовут Антон Дворцевой, я координатор экскурсионной программы Музея современного искусства «Гараж». И с 26 марта в нашем музее открываются несколько выставочных проектов. Один из них называется «Выбирая дистанцию. Спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Выставка не про коронавирус, но выставка, которая исследует, изучает мир, который изменился с весны прошлого года. Художники, которым предлагаем выбрать дистанцию относительно тех событий, которые всех нас затронут. Проект, который создан на основе open call, открытого приема заявок от художников, поступило их более 1000, 30, чуть более 30 из которых были отобраны для этой выставки. Проект также носит гуманитарный характер поддержки местного арт-сообщества. Open call происходил среди любых художников из любых стран, но которые оказались в России, которые работают в России. Другой проект исследует феномен отмены и пытается понять типологию и понять, какие вообще бывают отмены, несостоявшиеся проекты. То, что преследует, наверное, любого художника, куратора, менеджера в сфере культуры, проекты, которые не случаются, которые пишутся в стол, и непонятно, что было бы, если бы они произошли. Это выставка под названием «Настоящее время. Несовершенный вид». И также вы можете насладиться видеоработой на выставке Давида Кларбаута, бельгийского художника, который использует очень сложную технику монтажа и создает невероятно спектакулярные художественные работы.